2080 собак поймали на улицах Сургута сотрудники службы отлова коммунального предприятия в ушедшем году. Это на 200 с лишним особей больше, чем в 2015. Специалисты отмечают, что увеличение показателя произошло в том числе и из-за миграции бездомных животных со стороны поселков и дачных кооперативов в конце года. Кроме того, на улицах города службой было собрано порядка 50 собак, погибших под колесами автомобилей, не переживших морозы или умерших от каких-либо болезней. На 2017 год у нас программа чуть поменьше, 2000 собак. Ну, сказать, что стало меньше или больше, трудно сразу по первым подсчетам. Но мы видим, что уже начались потихоньку сбиваться в стаи эти животные. Я думаю, что программу мы также осилим. То есть все у нас силы и средства есть для выполнения этой программы. Так что будем выполнять свои обязанности. В коммунальном предприятии и в новом году планируют продолжить традицию проведения Дня открытых дверей. В 2016-м в дни помощи бездомным животным 100 собак обрели своих хозяев. Самая большая активность среди населения была отмечена в апреле. В этот месяц сургутяне забрали порядка 50 особей. Правила оформления питомца остаются прежними. Обязательное условие – наличие паспорта. Первое подобное мероприятие этого года состоится в феврале. Пока же идет подготовка к новому сезону. В вольерах проводят санитарную обработку. У нас же дощатые деревянные полы, значит, мы все это очищаем, значит, от опилок, от всего, и специально дезинфицирующими средствами это проводим, чтобы не было передачи. То, что положено по нашим техническим заданиям, мы выполняем это.